Почему неудобно брать деньги большие у клиентов? Большие для кого? Что за страшные большие деньги вы там боитесь брать? Во-первых, сравнивайте себя с кем-то, с тем, кто спокойно берет эти деньги, да? Потому что, когда мы привязываемся к своему опыту и к своим представлениям о мире, а мир огромен и разнообразен, мы себя сажаем, как того слоненка на колышек, да? Слоненок уже вырос, весит, там, не знаю, тонну, но он все еще ходит вокруг колышка. Поэтому смотрите на людей, которые спокойно берут эти деньги, или даже больше. Второй момент. Не считайте своих клиентов за нищебродов. Ну, то есть, что такое? С чего вы взяли, да? Не надо оскорблять своих клиентов. У них все хорошо. Так что вот так. Сегодня был похожий вопрос у девушки. А, в директе это был вопрос. Что-то там такое, мне 20, а, на меня давят близкие, вот я хочу переезжать, а близкие говорят не переезжать. Ну, в общем, там какая-то каша. Я спрашиваю, вам больше 18 лет? Да, мне 29. Ведите себя так, как будто вам 29, а не 9, да? То есть смотрите, что очень часто происходит. Человек вырос, он большой и сильный, а его голова еще не выросла. Его психологический возраст так и остался в детстве. Такой ребенок. Вот это вот... стесняюсь брать деньги за свою работу, еще что-то такое. Или там близкие на меня давят. Или негативный опыт из детства, который, ну, если есть возможность, если очень хочется, если там еще что-то такое, можно проработать, а можно и не прорабатывать. Достаточно остановить свой фокус на точке сегодня, где я и где детство. Где я и где близкие? Там, где я и еще что-то? Я уже выросла давно. Я уже давно взрослая тетя. О чем вообще разговор? Да? То есть включаем себя в точку сегодня. Тебе сколько лет? Ты кто вообще, спрашиваем мы себя? Ты многое можешь. Чего ты стоишь, топчешься на пороге в виртуальном, да, там, на пороге самореализации? Ну что ты все стоишь, с ноги на ногу переминаешься? И чтобы себя включить больше, да, вот в это поле возможностей, мы смотрим на других. Потому что вот вырос слоненок на колышке, вокруг него стоит 3 дерева. И он на основании этих 3 деревьев формирует представление о мире. А мир огромен. Поднимайтесь над своей кастрюлей, над своим колышком, над своими 3 деревьями вокруг и смотрите, как люди живут. Да, то есть вот это любая вера, которая невыгодна, мы оставляем себя в 3 колышках там, где нам выгодно. Вот посмотрите, это возможности мозга, которыми надо пользоваться. Там, где нам выгодно, мы себя держим в этих 3 колышках. Я верю в то, что я такая, такая и такая. И я не собираюсь рассматривать там себя с разных сторон, чтобы разувериться. Потому что в это выгодно верить. Мне нужны мои цели, и в это выгодно верить. Да? Мозг так может, ему все равно реальное, виртуальное, придуманное, приснившееся. И нужно этим пользоваться. Нужно этим пользоваться. А вот где вера невыгодная какая-то, большие деньги, стыдно брать. А почему стыдно? Там, потому что люди плохо живут, и это как какие-то такие существенные деньги. Потому что в моем городе не стоит это столько, там сколько я, например, прошу за услуги. Да, люди просят меньше, это что-то такое вот неудобно. Такие могут быть убеждения. Или... я недостаточно хороша, чтобы это просить. Или клиентов моих жалко, они бедные люди. Да? То есть разные-разные убеждения. Вот чтобы эти убеждения как-то раскачать, которые откуда они родились? Родились убеждения на этом поле, где стоит кол, слоненок и 3 дерева. У людей, которые живут в другом поле, которые спокойно берут эти деньги, и даже больше, и в 10 раз больше. У них совсем другие убеждения, правда?
И вот там, чтобы нам наши убеждения раскачать, а мы помним, что мозг – главный инструмент достижения цели. Вы хотите жить по-другому? Начинайте думать по-другому. На основе этих мыслей будут новые действия. И вот чтобы поселить в себе другие убеждения, мы должны подсмотреть, а какие же они бывают. Мы смотрим в другое поле, где человек спокойно берет в 10 раз больше, говорит спасибо, кладет в карман, да, спасибо за ваш визит, мы вас ждем в следующий раз, всего хорошего, там, да. Во что верит этот человек, как вы думаете, который спокойно берет в 10 раз больше? Во что он верит? В то, что он достоин, в то, что это столько стоит, в то, что вот эти деньги, это легко, это нормальная стоимость. То, что клиенты нормальные люди, они зарабатывают хорошие деньги, да? Какая я, такие мои клиенты? Я хочу много, и мои клиенты тоже хотят. Я могу, и они тоже могут. Понимаем, да? То есть такое общее поле. Надо, наверное, начать думать, как она, да? Потому что то, что смог один, сможет и другой. Так что вот так.